И как же снизить кортизол? И начинаем мы с жизни по циркадным ритмам. Мы ложимся рано спать, встаем и ложимся спать в одно и то же время, в будни и выходные. Конечно же, это ежедневные 25-минутные медитации, ежедневные, заметьте, иначе не работает. Это отсутствие длительных поездок из дома на работу, с работы домой, развоз детей по кружкам и школам и так далее и тому подобное. Это прием большого количества тоников, несколько чашек кофе, чая, энергетики. Это, конечно же, истязание физической активностью, бег до упада, спортзал до упада, голодовки на низкой калорийности. Нужно убрать дефициты микроэлементов, витаминов, скорректировать дефицит D3, ну и, конечно же, принимать адаптогены. У нас в восточной медицине их огромное количество, утром тонизирующие, а вечером релаксирующие. Приходите и узнаете, как.